Мышка – рабочий инструмент. В этом видео посмотрим на Logitech MX Master 3. В комплекте поставки – мышка, ресивер, кабель зарядки и документация. Внешний вид. У мышки металлическое основание, но руку оно морозить не будет. Корпус сделан так, чтобы рука соприкасалась с прорезиненной поверхностью. Из прочих особенностей формы тут есть площадка под большой палец и массивный горб. Отметим, что левшам такая мышка не подойдет. Поговорим о кнопках. Между стандартной левой и правой кнопкой находится стальное колесико, а за ним переключатель режимов прокрутки. Под большим пальцем есть одно колесо для профессиональных программ. Например, с ним можно прокручивать таймлайн при монтаже видео. Под вторым колесом еще две клавиши. Думаете, это все? Нет. На подставке под большой палец есть магнитная кнопка для жестов. Как это работает? Нажали клавишу и переместили мышь вправо. Открылся браузер. Переместили влево, произошло другое действие. Все эти жесты настраиваются фирменным ПО. А подключение? Доступно как Bluetooth-сопряжение, так и соединение через USB-ресивер. Windows 8, 10 и macOS версии 13.0 и новее работают при любом подключении, а вот в Windows 7 работает только ресивер. На дне мышки есть переключатель между тремя последними устройствами. Тут же находится кнопка включения и окошко оптического сенсора с разрешением 4000 dpi. И об автономности. Мышка заряжается через порт Type-C в передней части. Полного заряда хватит на 70 дней, а минута зарядки даст 3 часа работы. Подведем итоги. Мышка выделяется удобной формой, большой автономностью и двумя вариантами подключения – Bluetooth и ресивер. Есть и фирменное ПО для жестов и быстрых клавиш в профессиональных программах – Photoshop, Adobe Premiere и других. Если вам не хватает дополнительных клавиш и поддержки нескольких устройств, эта мышь для вас.